Всем привет, ребята! Меня зовут Спуди, и мы сейчас будем сражаться с какими-то чудищами лесными. А это у нас гамбургер, это у нас попкорн, ребята! Так, и у нас в этой серии будет босс. Вот, кстати, гамбургеры. Тут они с лучком, с зеленью, с помидорками, с котлетками. Все, как вы любите. И попкорн сладкий. Так, у него, кстати, как будто мозги. Но все, с ними справились. А теперь нам осталось вот сюда бревно закатить, ну только, конечно, оно упадет. Я тоже. Все очень круто. Так, а ну получи. Хоп. Успели. Ура. Отлично. Так. Эй, я хочу наверх. А чтобы попасть наверх, нужно как-то туда допрыгнуть. Наверное, придется прыгать с пенька. Хотя мне и на кнопку нужно нажать. Как мне это все объединить? А давайте как-то пенек вот так покатим. Вот, а теперь подождем. Я вот так вот могу прыгать со стороны в сторону, пока у нас открываются дверки. Ура! Чего? Вот это я вовремя успел. Они по какой-то причине начали закрываться. Странно, ребята. Очень странно это все дело. Так, звездочки вроде бы тоже собрали. Теперь прыгаем. Нажимаем. Теперь на вот эту кнопочку. Ай! Это, конечно, было ужасно. Ты можешь меня как-то выше подкинуть, а? Да ну чё ж ты бьёшься? Вот спасибо. Вот, кстати, и босс, ребята. Ну что, сразимся с ним. Так, а ты что такой? Это что, какой-то луковый босс? Почему он такой какой-то прозрачный синий? Или это привидение, ребята? Вот, наверное, луковое привидение. Ого. Я еще не видел, что бывают боссы привидений. Так. А, нужно тебя бить. Успеваем. А! Ой-ой-ой! Куда ты твои пилы пускаешь, огромные? Так. Ну, хватит тебе бегать, а? Получай. Все, ему осталось у него 3 жизни, ребята. Распилила пила, ну как так? Как же так, ребята? Я думал, что мы не потратим свою последнюю жизнь. Но что вышло, то вышло. Что же тут скажешь, ребята? Хоп. Катится, катится этот злодей. Все. Уже 2 раза. Осталось еще всего лишь 4. Да, это, конечно, и не много, и не мало. Но мы справимся. Ну уже, давай. Давай. Прыгай. Злодей. Получи. Все. Нормально. Хоп. Теперь жди. Хоп. Теперь что дальше? Хоп. Так. Прикольненько. О, ты что меня хотел задавить? Ну-ка, кого ты там посылаешь? Ниндзя? Нет, это не ниндзя, это какие-то попкорны. Хоп. И ждали. А, теперь, по-моему, 2 нет, 1. Так, сейчас, наверное, будут точно 2. Но ничего. Так, а почему один только? Почему один попкорн? Ай-яй-яй! Получи. А, все, ну за мной гоняться теперь будет. Ну давай. Все, ребята, мы победили. Всем пока!
Всем привет, ребята, меня зовут Спуди, и теперь мы стали черным шариком, который отправится в свое путешествие против новых неизведанных врагов, которых, ребятушки, вы сейчас увидите. А я вам пока хочу пожелать хорошего настроения и отличного просмотра. Ребята, а прежде чем начать, подпишитесь на канал и поставьте лайк, этим мне вы очень поможете. И в следующей серии Шарика я вам передам привет обязательно. Только, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, ребятки, вы у меня самые крутые. А я пока что начну свое чудеснейшее приключение, ребятушки. Кстати, вы там просите проходить различные игры, такие как Майнкрафт. Кстати, вот смотрите этот круглый наш красный враг. Прикольно. Злой шарик красный на нас тут напал. Так что, ребят, пишите еще в какие игры поиграть, потому что оно пишет 1-2 человека, но это мало. Я видел, вы там писали зомби против растений, Clash Royale, там что-то еще. В общем, все буду, ребят, я пробовать, конечно же, все ради вас. Так, пока что я попытаюсь сейчас закатить этот огромнейший камешек вот сюда наверх. Теперь перепрыгиваем. Отлично, мы справились. Теперь нам нужно что? Нужно, конечно же, наверх, только... Эх, еле запрыгнул, что-то мне не сильно получалось. Так, вот этот красный малыш, который получил. Что дальше, ребят, будем делать? А ну-ка. Эх, почему я не запрыгнул-то, а? Мне что, не хватило селеночек? Тогда я попробую еще разок. Эх, вот, смотрите, запрыгнул. Все отлично, мы справились. А, так мне тут еще и звездочку нужно забрать. Ну хорошо. Так. Звездочки, идите сюда. Сейчас я перекачу эту штуку. Так. Хоп. Теперь отсюда мы допрыгиваем и забираем звездочку, ребята. Что у нас тут еще? Тут опять эти красные злодеи. Но мы их сейчас всех сможем победить. Да? Ну, значит, проблем никаких. Хотя вот этого нужно задавить нам, кругляшка. Она получает, тут катаешься. Не надо тебе тут кататься, мешать мне тут под ногами. Злой ты красный шарик. Так. А, так мы тут справились, точно. Мы вроде бы прошли все очень даже просто. Так, я тут вижу что? Я тут вижу еще злого малыша. Мы сейчас его скинем в реку вот так. Хоп, и все, пускай он у нас тут поплавает и не будет мне мешать, да, ребята? Ну, это отлично. Так, куда ты меня везешь, тележечка? А ну-ка, останавливайся, куда-то ты разогналась. Хоп, а, так мы тут прошли, ребята, хорошо. Ух ты, привет, а ты кто такой? Бронированный шарик. А ну-ка получай. Так он еще и с рожками, ребята. Эй, а ты как меня ударил-то, а? Смотрите, вылез там красный малыш. Эй, а ну-ка не выезжай. Я хочу на тебя наверх запрыгнуть. Ребята, смотрите, уехала куда-то наверх эта повозочка наша. Ну куда же ты собралась? А ну-ка стоять. Оп-ля. Так, тут вроде бы все прекрасненько. А, ребята, нет, мы утонули. Да что ж ты будешь делать-то, а? Как это произошло? Ой. Нет, ребята. Я думала то, что этот ящичек далеко не уедет. Но нет, он куда-то решил пропасть. Ну ладно. Давайте пока что скатимся вот так и задаем сейчас его. Все, мы его придавили. Что нам нужно еще? Фух, давай, запрыгивай. Все, мы вроде бы справились. Пока что все хорошо. Так, сейчас я попробую докатить эту тележечку. В принципе, нормально. Пока что мы очень даже неплохо справляемся, ребята. Так, кто это у нас тут? Рогастик, а ну-ка получай. Ой, да мне же больно, ты... Маленький шалунишка, ты чего так дерешься-то? Хоп-не. Так, теперь ты. А ну-ка иди сюда, куда это ты здесь собрался, злодеюшка? Теперь мне нужно что? Нужно взять звездочку и этот ящик, наверное, мы передвинем. Хорошо, на него теперь вот так вот запрыгиваем и берем здесь флажочек.
Только, конечно, этот малыш. Вот и звездочку, ребята, мы забрали. Вот такое у нас получилось доброе, чудесное прохождение. Я надеюсь, ребята, вам понравилось. Вы поставите лайк. С вами был Спуди. И всем пока.